Пятое место после короткой программы. Кроме него, Денис Тен, Набунари Ода, Патрик Чан и Хабер Фернандес. Испанец будет кататься последним. Ну вот, кстати, еще, я думаю, посмотрим. Очень любопытно будет, насколько готов исполнять два четверных в программе Денис Тен. Он будет кататься сразу после Амодио. Заход на четвертый сальто. С помаркой, но, в принципе, сделал. Еще один четверный сальник. А вот этот получился не четверным, а всего лишь три оборота. Двойной аксель вместо тройного.
Да, хочется спросить, что было в начале программы, почему не получилось так исполнять прыжки, как он затем во второй половине сделал подряд тройной аксель, тройной флип, тройной лутц, двойной аксель и каскад, тройной сальхо, тройной тулуп. Мощнейший такой ударный момент в этой постановке. Все прыжки, все пять прыжков, которые во второй половине умножаются в базовой стоимости на коэффициент 1,1. Ну, то есть, если вот, например, что мы берем, тройной флип так стоит 5,3. Ну, получается, что к этому прибавляется еще 53 сотых. Получается 5 баллов 80... ну, там где-то 5 баллов 83 сотых, да? Получается так. Ну, тут за каждую соту уже идет борьба. Николай Морозов приветствует Флорана Модио. Вот здесь, конечно, наверное, так же обидно ему, как и Артуру Гачинскому после его сорванных акселей. Потому что, в принципе, второй четверной сальхов у Флорана получился. Затем вот самое непонятное было, опять же, с тройным акселем, который должен был быть в каскаде с двумя двойными тулупами. Вот этот срыв очень серьезно, конечно, подкосил ему техническую сумму. Вся программа была сделана под Себастьяна Дамиани. В принципе, Николай Морозов, прекрасно понимая пластику Флорана, понимая, что ему ближе, всегда ставит какие-то современные программы. У меня также такое ощущение, что классику даже и не предлагают ему. Но даже если ставите какую-то классику, то все равно это будет не классическая классика, а уже какой-то модерн под классическую музыку, скорее всего. Ну, потому что парень родился в Бразилии, прекрасно двигается, очень здорово танцует, обладает так своим индивидуальным хореографическим рисунком. 144,11 он получает. Много это или мало? Для него это мало. Он опережает рост.